33,43 секунды. Снимаю твой классный тост. Тост это когда поднимаешь бокал хорошего. Ну то, что ты сейчас сказал, это тост реальный. За нас, за спортсменов, да, которые, несмотря ни на что, выступают, выходят на старт и выигрывают. Самое главное, вот доказательство прямое, да? Самое главное, да, приехать. Чемпион, молодец. Участие, главное это участие. Быстренько, Сергей. Ну иди на гражданский, пофоткайся, я купил. Ты как хочешь. Вон, Саша, вот, старик, да не буду я, у меня аппарат, он у меня нажимался. Там, на пьедестале? На пьедестале? Жанников. Санек. Сань, Ржанников. Давай иди быстрее. Санек, я проболел 2 недели. Поддержишь? Опять путь? Онлайн у тебя, блин. Опять онлайн. Давай. Дорогие друзья, сегодня стало почетно, сейчас начнется церемония вручения наград призерам соревнований мужчин по прыжкам в 6-м. Даешь медали! Thank you.
Юрий Аркадьевич Черков, руководитель ветеранского движения в нашей стране, сейчас будет вручать награды сильнейшим соревнованиям мужчин по прыжкам в шестом. Как неорганизованно. Соревнования мужчин группа 80. Это самые надежные наши спортсмены. Первое место занял Борис Носков. Великолепный зрительный прекрасный спортсмен. 2 метра 50 сантиметров. Это повторение европейского рекорда. Одновременно может выступать в 10 метрах.
Надо было красиво и не на горшок. А потом уже все, пока. Все, побежал. Все. И одна золотая награда на чемпионатах мира. В большей степени и Европы. И вот сейчас Юрий Черков получает и диплом Российской Федерации Легкой Атлетики как лучшие легкоатлетки в ветерану России 2016 года. И, пожалуйста, Лена Николаевна, берегите себя во имя спорта. Для нас, чтобы мы наслаждались вашим бегом, вашим участием в соревнованиях. Это очень важно для нас всех. Я поддержу, а вы скажите что-нибудь для себя и для спортсменов. Ну, во-первых, конечно, я ошарашена. Ошарашена, но как-то внимание и любви, что я чуть-чуть сегодня расстроена, платила слово. А то, что я бегаю, вы сами прекрасно знаете. Вы бегаете, я бегаю. И понимаю, что это только наше здоровье. Мне женщина одна сказала, как хорошо, что мы не ходим в поликлинике. Мне нет ни таблеток, ничего, погромче, потому погромче. Что мы бегаем. Поэтому нас вот, хорошо, кстати, за это не хватит, так сказать. Так что вам всем здоровья. И столько же забегов в возрасте дальше, что ли. Я просто, простите, у нас была много на ней, конечно, такое состояние, что вам так черт разговаривает. Большое вам всем спасибо. Я всех вас люблю. Очень. По вашим высказываниям мы составили всех участников соревнований сегодня и в будущем. Обязательно приходите и участвуйте в соревнованиях, потому что вы сказали, вас не будет и меня. Спасибо. Ребята, девочки, обязательно приходите и помогайте. Оставайтесь пока здесь, я хочу приходить сюда и писал. И Оксану Дорогину, Оксана Алексеевна Дорогина, лучший организатор Ленинградского олимпийского сезона России 2016 года и в большей степени
потому что в Москве главный рулевой – это Оксана Тарунина. И я так понял, что Римма Васильевна теперь будет заниматься своей поляной. Давайте. Есть переживание в нашей стране. Главный судья наших соревнований Юрий Николаевич Дуров. Соревнования по чемпионате на дистанции 60 метров. Возрастной группе 80 лет победил Анатолий Миланин 11.68 секунды. Возрастной группе 80. На высшую ступень поднимается Анатолий Зорин, и его результат 10 секунд Анатолий Зорин. За второе место прокатывающийся Николай Кузнецов, его результат 12.56. И на третьей ступеньке Вячеслава Михайловича Василий Раннер 13.82 секунды. И где у нас призеры? Гуляют. А бывает, сами попробуем найти. В возрастной группе 75. Победил Евгений Гара 9.95 секунды. Вторым стал Рамин Куратко 10.02 секунды. И третий Владимир Лужков 10.05. Все призеры остаются на своих местах, на своих. Лужков, кто? Лужника. Володя, молодец! Володя! На первый еще на границу поднялся. Помаши сюда, сюда. Ага. Верни мне все. Спасибо. Вам всего хорошего. В возрастной группе 65. В возрастной группе 65. Лучший результат показал Анатолий Рим. 8.68 секунды. Второй результат у Сергея Байкова. 8.68. Представляете? В наши времена, когда результат показывается сотыми долями и одинаковые результаты для счета в одном заделе, это очень здорово. И третьим стал Виктор Мельников, 8.98. Виктор Мельников. Возрастной группе 60. Лучший результат у Анатолия Балабанова. 8.04 секунды. На вторую ступень приглашается Сергей Егоров. 8.49 секунды. Николай Данцевич. 8.57. Оставимся пока. Возрастная группа 55. 60 лет. А что, все вместе, что ли? Не знаю. Первое место. Возрастная группа 55.
Спасибо.
сотых секунд на вторую. Андрей Дедовский, 7.81 и на третью. Александр Попов, 8.20. Сейчас фото, молодец. Подожди, куда ты идешь? Потом сделай бы отдельно, спокойно встал бы.